Вітаю вас, дорогі телеглядачі! Ви дивитесь програму без протоколу. З вами я, її ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях для вас дуже цікавий гість. Це правозахисник адвокат Андрій Гожий. Вітаю вас, Андрію! Здравствуйте. Перше питання до вас, Андрію. Я думаю, що дуже нашим глядачам цікаво, а чому саме ви почали займатися справами політв'язнів? Ми ж знаємо, що це дуже небезпечна діяльність, і за так званими справами політичних в'язнів зазвичай стоять СБУ, прокуратура та так звані націоналісти. Больше не я начал заниматься политическими делами, а политика начала заниматься нами. Когда после Майдана, некоторые называют революцией достоинства, некоторые переворот, ну как кому удобно. Я называю просто Евромайданом, потому что я принимал участие на самом деле в этом Евромайдане, поскольку режим Януковича сделал и лично мне много неприятностей. Однако, будучи на Майдане, когда стали происходить странные вещи и вместо каких-то вот ценностных вещей, да, экономических, экономических требований стали возникать там портреты Бандеры, появляться какие-то нацистские символы. И в итоге завершением был приход к власти Яценюка и прочие вот этой вот <coughs>, э, команды, э, то я Майдан покинул, как бы, и сказал, что, скорее всего, наверное, это была ошибка. Вот. И я, как бы, не боюсь этого признать. Вот а после Майдана мои друзья, хорошие знакомые, начали заниматься журналистикой как бы активно а начали издавать газету, и которая имела явно ну, направление такое оппозиционное. То есть они не боялись критиковать войну на Востоке, власть, сдачу Крымского полуострова Российской Федерации, имитацию реформ. И начались преследования, избиения, уголовные дела, вызовы в полицию. А, то есть начался такой вот каток репрессий, и мне, как адвокату, представителю, ну, пришлось а, входить да. уже не просто в такие стандартные общеуголовные преступления, а преступления, которые имеют уже политическую составляющую. Однако каток репрессий нарастал, и начались просто повальные аресты журналистов, киевских, житомирских, и в Житомире было громкое дело, когда арестовали, ну, арестовали а, Муравицкого Василия муравицкого и мы поняли что если просто не начать оказывать под сопротивление не на жизнь, а на смерть этот каток рано или поздно просто докатится до каждого из нас любой из нас уже мог быть следующим поэтому пришлось входить в эти процессы и заниматься политическими уголовными делами ну а потом соответственно и понадобилась помощь другим третьим пятым Дуже много людей видели как проходило заседание еще до журналиста высыламуровыского и я думаю нашим тоже будет Цікаво ж ще раз подивитись, що там трапилось. Андрій Гожий, адвокат, журналіст, громадський діяч, виступає на стороні захисту у справі Житомирського блогера журналіста Василя Муравіцького, якого звинувачують у державній зраді посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також розпалюванні національної ворожнечі, неодноразово виступав у сутичках з праворадикалами. Про політичні репресії, про не свободу слова та про безкарність відверто без протоколу. Андрій гожий скажіть, будь ласка, Андрію, ви думали, що в Україні таке можливо, коли на адвоката можуть отак, от. Прямо взяти і напасти прямо в залі засідання? Тобто, ну, як це от, з адвокатськими стандартами, як це з правоохоронної точки зору. Тобто адвокати, як ми знаємо, це люди, які мають особливий статус, особливий захист від правоохоронних, правоохоронних органів. А якщо ми бачимо таку картину, коли просто натовп накидається на адвокатів, це, ну, це ненормально. Ви думали, що таке, таке взагалі могло трапити? Ну, смотрите, Дмитрий, это долгая история. Конечно, что к этому все придет, сначала никто не ожидал, потому что мы же вроде строили как европейское общество. А, поэтому, ну, вот это последнее действие, в которое провело а, подразделение СБУ, неофициальное С-14, это уже был шаг отчаяния, когда просто многие дела СБУшные, к которым в том числе я был а, причастен, рассыпались и им уже нужно было как-то отомстить. Слава Богу, что перед судом хорошие люди предупредили о том, что будет да, это нападение. Поэтому я взял защиту и морально подготовился к тому, что придется давать отпор, поскольку в портфеле были очень важные документы, которые попытались своровать. Как бы с момента занятия политическими процессами сразу началось давление. Вокруг вас, ну и мне не вам рассказывают, начинается образовываться определенная да, выжженная земля. Когда на тебя навешивается ярлык, что ты сепаратист, вчерашние друзья перестают с тобой вдруг здороваться, начинается давление на моих клиентов, которые говорили, ну не нужно нанимать этого адвоката, он сепаратист. За политические дела же никто мне не платит, это моя была гражданская позиция ими заниматься. А а я занимался другими делами, которые имели экономический характер и прочее, которые позволяли зарабатывать ну, на жизнь. Но тактика спецслужб такая, чтобы создать вокруг тебя вот это поле выжженной земли, и начинается с клиентами, говорит, зачем тебе у тебя бизнес, ты работаешь за бюджет, зачем тебе такой адвокат, отказывайся. И вот так вот по кругу тебя начинают сначала лишать какого-то возможного заработка. Далее начинаются угрозы, когда тебе пишут, звонят. Потом начинается слежка, в том числе открытая, когда за тобой по городу ходят люди, смотрят, с кем ты общаешься, контактируешь. То, что это закончится, ну, слава богу, что не убили, не покалечили. Как бы я благодарен за это. И мы получили очень хороший аргумент, чтобы показать в Европе да, это, и чтобы все-таки переломать хребет вот этому вот реноме Порошенко как европейскому лидеру Всі ми знаємо, що пана Порошенка дуже часто і навіть з Євросоюзу хвалили за так звану судову реформу. Тому до вас таке запитання за цей весь весь період. Ви хоч хоч когось покарали за те, що на вас напали в залі судового засідання. Тобто, ну можливо, по цим людям почались кримінальні справи, можливо, там вже комусь пред'явили підозру, чи ще ну чи ще щось в такому роді. Нітка. конечно. Они говорят, что они установить никого не могут. Ну, смотрите, Дмитрий, вы же понимаете, кто такие С-14. Если приезжает полиция, и Караси их выстраивает, да, лидер, и дает указания, так, ты молчать, ты туда руки брать, честь отдать они ему, да-да, уважаемые Евгений. Они его боятся, они, конечно, нет политического решения на то, чтобы задерживать. Они полицию убивают, да, избивают. Поэтому понятное дело, что полиция знает, кто это и что. Но эта организация облачена определенным иммунитетом, поскольку она выполняет грязную работу спецслужб. Не могут оперативники, допустим, избить адвоката, правильно прийти? Ну вот могут прийти вот эти вот ребята. Журналисты не могут избить, могут прийти это ребята. И мы знаем, что и полиция пользуется услугами похожих структур, и служба безопасности пользуется услугами похожих структур. А если сейчас начать реально давить вот этих ребят, они же сдадут своих оперативников, кураторов, кто как, куда. Это такой завязанный клубок, который можно, ну как бы, Разрешить, да, просто развалив. эту систему. Як ми знаємо, ваше адвокатське посвідчення намагались у вас відняти. Яким чином це відбувалося? Чи це, можливо, якась некоректна інформація? Було таке чи ні? Смотрите, когда меня, да, после нападения, мне прямо представитель С14 сказал, что после этого мы тебя лишим адвокатской лицензии. Э, были представники адвокатури в том числе, когда было нападение на меня, были представители Киевской Обласної організації а до вас таке запитання, Андрію. А представники адвокатського об'єднання, яке має юридичну змогу у вас відняти адвокатське посвідчення, вони Ходять на кожне засідання Василя Муравицького, чи це, вони от, засідання було, я знаю, що декілька десятків. І вони прийшли саме на те засідання, на яке прийшла от та так звана націоналістична організація. Но хочу вам сказати так: що реакція адвока... адвокатури, яка присутствувала там, і реакція Житомирської адвокатури, мене дуже сильно удивила. Но, но Анна Баряк, э, председатель комітету, защиты адвокатам Национальной Ассоциации Адвокатов, конечно, свое мнение высказала в официальном письме, и они признали, что все-таки нападение было на меня. Поэтому вот эти все поползновения, как бы местечковые, чтобы сделать мне неприятности, они закончились. И плюс вершиной на тортике было внесение этого случая мониторинговой миссии ООН в свой официальный отчет. Ну и как бы после этого обвинять меня в том, что я избил детей, конечно, было глупо, но сначала в том числе благодаря средствам массовой информации, которые принадлежали да, вот вертикали Порошенко, такая волна началась, что я спровоцировал, напал на детей, что так вести себя адвокат не может. Я считаю, что дуже підозріло, що саме представники адвокатського об'єднання все ж таки прийшли на те засідання, на якому було скоєно на вас такий напад. І я думаю, що це все не просто так. Ну, я не могу говорить об этом, но это был, конечно, очень странный день. И полиции в суде не было, и металлоискатели не работали, и полиция полчаса ехала, и на весь суд один охранник был, ну, и прокурор куда-то пропал перед нападением, то есть и судья председательствующий пустила людей в масках на заседание. Был очень странный день, как бы. Поэтому я думаю, що ваше розмишлення якби как бы, раціональне зерно? Ну, я з ними не согласен. Це <laughs> это, это для протокола. Таке ще питання до вас, Андрію. А були позитивні, э, позитивні рішення щодо націоналістів, які таким чином б'ють журналістів, б'ють адвокатів? Тобто був якийсь прецедент, який. Прямо говорить, що у нас закони дійсно працюють. Тобто когось покарали за те, що хтось побив журналіста чи ні. Ну от един случай, який я знаю, це случай з Русланом Морозом. Це його псевдоним пишет, он под, он под этим псевдонимом пишет нього Кунаєн. Когда в Житомирі на нього напали, зверски збили, відбрали техніку, деньги не трогали. Люди, которых были друзья в Фейсбуке, помощники народных, депут... народных депутатов и местных депутатов от пропорошенковских партий, он был очень жестоко избит, следствие не двигалось вообще. Эти люди находились ни под какой санкцией, гуляли на свободе два парня, однако потом мы включились в это дело, подключили... Да, да, я был представителем не с самого начала, а потом, когда уже дело начало валиться, и как бы я уже был приглашен представлять интересы потерпевшего Руслана Мороза. Мы обратились в европейские структуры, получили оттуда поддержку, получили требования к правительству наказать виновных. Суд пошел очень быстро, и эти люди, ну нападавшие на него, получили реальный срок пять лет тюрьмы, они получили с конфискацией половины всего имущества. Вот это такой единственный случай, который я знаю, когда действительно наказали, но с очень большим давлением европейцев. На, на этот процесс. Скажите, пожалуйста, а какие самые справы вы ведете на международном уровне, то есть конкретнейшие по каждому кейсу? На территории Европы в тех или иных организациях я представляю Васильца Стимонина, вот Муравицкого, Кацаба, Волков, Кирилл Вышинский, из последнего нашумевшего Руслан Мороз. Потом плюс ряд лиц, которые находятся на территории Евросоюза, просят там убежище, но я не могу разглашать их фамилии. Я для них собираю здесь материала политических преследований и для того, чтобы представить этот момент а в европейские структуры. Ну, плюс мы вот договор с дульским блогером тоже подписан, как бы, и мы тоже думаем, как ему сейчас помочь. Андрею, а в ЕС вы выступаете как адвокат, чи в каком-то другом статусе, то есть, чи в какой-то правозащитной организации? До недавнего времени, буквально вот до этих дней, я выступал как адвокат. Потом весной этого года было принято решение швейцарской организации «Сети Солидарность» открыть представительство на Украине для того, чтобы здесь работать уже непосредственно более открыто. И поскольку я до этого работал с ними, они мне предложили возглавить здесь представительство. Как бы эти все организационные вопросы шли несколько месяцев, потому что надо было пройти швейцарскую бюрократию, украинскую. И вот на днях Министерство юстиции Украины зарегистрировало Український офіс швейцарської організації Сіть Солідарності, який я тут здесь имею честь возглавить, і тепер буду працювати от швейцарської правозащитна організації. А якщо брати роботу цієї організації Сіть Солідарності, яким чином вона працює в Україні, і які конкретно кейси вона веде? Все, да, только что перечисленные лица, начиная от вас, от Кацабы, Муравицкого, Руслана Мороза, Вышинского, эти все Волкова, Павла. Эти все кейсы мы вели от сети Солидарности. Сеть Солидарность признавала данных лиц узниками совести и проводила работу над освобождениями. Последний наш это Кирилл Вышинский. К нам обратились его коллеги из Москвы, то есть собрали подписи под обращением к сети Солидарности с просьбой, поскольку вопросы его освобождения, меры пресечения были очень затянувшиеся, и как бы у всех уже опускались руки, они собрали подписи, обратились в Берн, Берн рассмотрел этот вопрос, признал Кирилла Вышинского узником совести написал официальное обращение к правительству Украины, генпрокурору и президенту Украины, включил свои, свою дипломатическую службу. И через три недели Кирилл Лушинский был освобожден. Как бы не могу сказать, что это только наша заслуга, да, но думаю, что и мы приложили к этому большую роль, потому что на данный момент есть хорошая новость. Все, абсолютно все лица, которых сеть «Солидарность» признавала узниками совести, все находятся на свободе. Кто-то оправдан, кто-то под домашним арестом, кто-то под подпиской под личным обязательством, но все абсолютно находятся на свободе. По Руслану Морозу, Дело закончено, его нападающие наказаны. То есть мы показываем единственную организацию на Украине, на данный момент международная, которая показывает стопроцентную эффективность своей работы. Поэтому, как бы, всі до заслуги сіб'є не припишемо, однак є тенденція. Тобто, якщо справа політична, до вас можна людям звертатися і надавати документи, ви їх проаналізуєте, і таким чином будете допомагати тим людям, які потрапили в таку ситуацію, і яким чином теж реагувати і залучати міжнародну підтримку для того, щоб висвітлювати політичні процеси в Україні. Я правильно вас розумію? Конечно, мы для этого и существуем. Как бы сеть «Солидарность» 20 лет занимается защитой лиц, пострадавших от военных конфликтов, беженцев и лиц, которые пострадали за инакомыслие. И что, что нас отличает от других организаций? Мы работаем по кейсу. То есть мы не делаем каких-то таких общих вещей. То есть мы берем человека и конкретно ему помогаем. Он получает либо убежище, он выходит на свободу. Да, мы изучаем вопрос, Хотим понять, участник ли это вооруженного конфликта или нет. Есть политическая составляющая, или это просто коррупционер. Потому что вы знаете у нас, да, как он славил, у нас есть такие депутаты. Пять лет славил Порошенко, потом тебя под камеру ловят с бурштаном. О, так я же, оказывается, оппозиционер был. Вот, есть и такие дела, и они обращаются тоже. Но мы вынуждены таким лицам отказывать. Мы формируем кейсы и потом включаем в Европе работу, потому что вы же знаете, где находятся деньги наших власти имущих, где, его, где их недвижимость и прочее. Поэтому, несмотря на все скептические взгляды, я хочу сказать, что международное европейское давление работает. Оно не работает вот так вот, потому что не надо путать европейские процессы с телефонным нашим правом. Это не значит, что какая-то организация признала узником совести и на следующий день здесь сказали, да, есть. Нет, там есть процессы, они порой длительные, у кого-то занимают год, однако они дают результат. Дают. Андрей, скажите, пожалуйста, а как вы относитесь до так званого обмена, который нещодавно відбувся между Россией и Украиной? Знаете, Дмитрий, у меня двоякое к нему отношение. Первое отношение как человека. Я, конечно, доволен, что люди вышли на свободу, да? что прекратились пытки и издевательства над людьми. Как представитель международной организации гуманистической, которая прежде чем первой целью ставит освобождение из-под стражи, да, не прочие юридические, а вот освобождение, мы тоже довольны, потому что мы к этому призывали. Однако как юрист, я понимаю, что под этот обмен закладывается замедленная юридическая бомба нелегитимности, потому что вот что такое обмен. Вот человек Кирилл Вышинский находится на личном обязательстве, его вывезли в Россию, да? Так Получается, что он сбежал из под личного обязательства, правильно? Кого-то не оправдали, то есть об этом мы должны это перевести в юридическую плоскость. Нужен документ, нужен либо договор с Российской Федерацией, хотя опять мы меняем украинцев на украинцев, что запрещено Конституцией. То есть понимаете, да, что в это все заложен вот такая вещь, что завтра власть поменяется, допустим, и они скажут, а как вы отпустили людей? Покажи документ. Что значит там Зеленский переговорил по телефону с этим вот? Так вы, да, так вы пособники побега. Поэтому должен быть закон об амнистии и реабилитации. Когда люди, пострадавшие от режима Порошенко, должны быть четко по закону амнистированы и реабилитированы. Так как было сделано с теми, кто принимал участие в столкновениях на Майдане. Да, когда были люди. Было там много плохих людей, хороших, но общество должно как-то выйти из конфликта. И вот эти тысячи политических заключенных, ну, что с ними делать? Нужен закон, нужна воля. Оправдание либо... Амністія і реабілітація Все, другого бути не до Андрію. Яким чином ви відноситесь до діяльності нового президента України, пана Володимира Зеленського та е, нової Верховної Ради? Яким чином е, на справи політв'язнів е, вплинули от такі от зміни в країні? Ну є таке, знаєте, по-англійськи говорять so тобто -so", ні то, ні сьо. З одної сторони. Конечно, давление уменьшилось, люди начали выходить на свободу, появилось решение Конституционного суда, которое да, отменило безальтернативность содержания под стражей. Хотя, опять-таки, Конституционный суд этого не мог не принять, потому что до этого это принял Европейский суд по правам человека. Все-таки это произошло. Люди начали выходить, давление начало уменьшаться, и, как бы и СБУшники поприветливые стали, и полиция поприветливая. С одной стороны. С другой стороны, наказаны ли виновники репрессий? Идет ли сейчас процесс выявления вот этих сфабрикованных дел, наказания следователей, оперативников, прокуроров, люстрат? Нету. То есть, да, вот сейчас такое, ну, не то, не все, и, и не нет никаких и отрицательных движений, и положительных движений. Но, однако, мы же понимаете, мы не за власть, мы за европейские ценности, да, за философию сети солидарность. И нам как бы не важно, кто будет у власти. Если власть будет адекватная, демократическая, будет работать в рамках Конвенции прав человека и Пакта политических прав, мы всегда власть будем поддерживать. На данный момент Зеленского мы как бы поддерживаем. Мы приветствуем обмен, мы приветствуем освобождение Вышинского, мы приветствуем освобождение Под залог людей на даний момент ми його дійство приветствуємо. Ну що ж, пане Андрію, дякую вам за відповіді. Я думаю, що ми ще не один раз зустрінемось та поговоримо на ці е, дуже цікаві теми. Тому е, з вами був е, телеведучий Дмитро Веселець. У нас в гостях був адвокат правозахисник Андрій Гожий. До зустрічі.